У дома номер 94 по улице Чапаева обвалилась часть кирпичной кладки на фасаде. Во время инцидента никто не пострадал. По предварительной версии, причиной обрушения могли послужить ремонтные работы, которые велись одним из собственников жилого помещения. Жильцы дома позвонили в экстренные службы, прибывшие на место спасатели всех эвакуировали. Дом номер 94 постройки 1917 года. В нем расположены 4 квартиры, 3 из которых имеют частных владельцев, а одна муниципальная. Дом признан аварийным. У жителей имеется решение суда о предоставлении им других жилых помещений. Жителей дома временно разместили в гостинице «Спорт».